удалось сберечь свое семейное счастье, несмотря на неизбежные трудности и ссоры, пронести через всю жизнь любовь и уважение друг к другу, создать большие семьи и собственным примером каждый день доказывать, что жить долго и счастливо вместе можно. В Видномском ЗАГСе поздравили золотых, изумрудных и бриллиантовых юбиляров семейной жизни. Вы осуществили главное предназначение человеческой жизни. Вы выдержали этот экзамен жизнью и реализовали то, собственно, ради чего Творец, Бог, создавал жизнь на земле. Вы реализовали любовь. Я бы вам пожелал от всей души, чтобы вы вместе прожили еще столько же, но чтобы прожили эти годы в здравии, любви и уважении. Виновникам торжества вручили поздравительные адреса и подарки, а затем пригласили поставить свои подписи в юбилейной памятной книге. Музыкальные номера чередовались с поздравлениями официальных лиц и совсем еще юных жителей муниципалитета. Не сломили вас невзгоды, все стерпели, все смысли, и любовь сквозь эти годы вы друг дружке пронесли. Федор и Неонила Кислицкий вместе уже 60 лет. Он работал в космической отрасли и ядерной промышленности. Она преподавала математику детям в Видновской школе номер 1. Своим главным достижением Кислицкий считают детей, внуков и правнуков. А на вопрос о секрете семейного счастья отвечают лаконично и в унисон. Уважение друг к другу прежде всего. Любовь и все, терпение, вот именно. Это самое главное. Уважение должно быть. Но все друг равно, другу, прежде всего. А все остальное, если уважаешь человека, все простишь ему. Любую ошибку. Без ошибок мы не живем. Лидия Николаевна и Игорь Владимирович Кохан пришли в ЗАГС с большой группой поддержки. Невестка, сестра мужа, внук и правнук – это только малая часть их большой и дружной семьи. С пониманием относиться к друг другу, с нежностью, с верностью. Ну, здесь все, я даже не знаю, что. И любовь, конечно. Потому что я его сейчас люблю. Я беру с них пример. И, конечно, вот сейчас, побывав в ЗАГСе, а уж после того, как я услышала слова батюшки, там немножко поплакала. Вот, действительно, они молодцы. Свекровь у меня, как говорится, золото, потому что именно она может и умеет там где-то сгладить углы, где-то пойти на уступки. После торжественной части все юбиляры отправились на традиционный фуршет. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Елена Кошелева. Видно этого.